Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Idle Champions of the Forgotten Realms. Так, что-то там мне пишут, я не знаю, не успеваю, блин, даже что. 4 ДМЖ, что делать? Ой, блядь, ты чё? А чё мне делать? Гноли атакуют меня, не переживай, я что-то там их вывью. А чё мне делать теперь? А, подожди, непонятно, что делать. Левел 1, левел 2, блядь. Ой, а чё это я сделал? Я как-то их... Могу мочить, что ли? Смотри, в натуре могу мочить. Так, ладненько, давайте пока он тут, вроде пока народу мало, я буду так клацать и буду, короче, немножко сейчас про игру расскажу. Короче, игра у нас в раннем доступе, но она бесплатная. Чё тебе немного не потратить золото, чтобы левел поднять мне уровень? Хорошо, подожди, вот пока пауза, они не идут. Сейчас, короче, расскажу. Игра у нас 2017 года, в раннем доступе, но она бесплатная, то есть можно ее просто поиграть, когда хочешь. У меня там какой-то стартер-пак вон есть, я его вроде взял как-то, там была раздача, я его забрал. И игра у нас, значит, в жанре экшен, приключения, индюшка, стратегия, в общем, все дела. Разработчик Codename Entertainment, и издатель у нас тот же самый, 2017 года, да? Значит, смотри, он мне сказал, типа, давай мне улучшай уровень. А что здесь надо вообще делать? Я так понимаю, идти просто вперед и валить чуваков, да ну на тебе уровень. Ага, мой урон увеличился. А я, подожди, у меня магия бесконечная, что ли? Крик дэмэдж. Так это кликер, типа, да? Ой, можно даже птичку валить, ты понял? Это типа кликер, да? То есть можно херачить куда хочешь. Нифига себе. А, по приколу. У нас был уже кликер один, будет теперь еще один. Так, а подожди, что теперь делать? 50 монеток надо, да? Нифига. Уровень один. Так, ария комплит. Наконец-то это завершено. Нажми на кнопку, эту, на стрелочку, чтобы пойти на следующий уровень. Окей. А, это типа кликер, а прикольно сделано. Как-то необычно. Что ты там мне пишешь, чувак? На тебе стрелочку дальше. Оп, пошли на следующий. Так, ты-та-та-та-та-та-та-та. Не забывай, что ты можешь поднимать не уровень. Да я понял. Гноли опять идут. У меня 8 дамага. Он бьет через время. У него какой-то уровень там открываются, что-то вообще. Так, 2 монетки. На тебе еще уровень. Теперь мочи 12. Блин, у них уже левел 2. Ай, да я, блин, вообще сейчас отошел. У меня кликеры вообще-то прут, если честно. Всякие. Ну, это такой, как-то такой, знаешь, интересненький. Ничегошненький такой. Я... Типа, достаточно... Типа... Как сказать, прокачан, теперь мне что-то там апгрейд нужен. На тебе какой-то апгрейд. А что я тебе, что я сделал? Что-то он себя чувствует намного лучше или что-то. А, птичка, стой, сука! Ох, ни хрена себе, с нее сколько денег упало! Блин, птичек надо херачить. Так, 50 монеток надо, как надо собирать. Мне нужна птичка. Птичка, птичка, где ты, птичка? Ха, класс. Вот птичка. Бум! Ну только с нее редко, если быстрая птичка, надо быструю птичку полить. Хорош, так, смотри, ладно, левел 6. А, это у него уровень еще, area complete. Сейчас на следующую пойдем. Че мы будем тупить, да? На, 7, 8, 9, 10, и потом можно что-то... это типа, я понял, ну я понял. Как и в тех кликерах, надо, короче, уровень им это самое, а потом они, их поднимаешь как бы навык, типа. Я понял, до 10 уровня качаешь, так дальше. Ты опять гноли. Я в гнольский этот. Ой, а тут сейчас главарь, что ли, будет? 15 гнолей надо завалить. Но я их могу тормозить, смотри, этими ударами. Ударами я их тормозю, типа могу. Опа! 2 героя. Вот это по прикольчику. А много. А что ты не бьешь-то? Эй, женщина, что она делает? А что она делает? Что она делает? Не понял, что она делает. Она, наверное, хилеет или что она? Я не понимаю пока что. Она просто руку поднимает и ничего не происходит. А ну-ка, смотри. А, не, нифига себе. А, она редко бьет, но мощно бьет. Отлично. А что это за квадратик? А, у него есть щит. А, вот это же вот, короче, щит мне дали за стартер-пак вот этот вот. Блин. Птичка, птичка, все. Есть, успел птичку вырубить. Музычка тут не такая неплохая. Да, блядь, птичка, ну подожди ты. Стартер-пак, ну я вроде какой-то получал, я так понимаю, вот это он и есть. Так, хорошо, смотри, клик-дэмэдж у нас один, а это у нас скорость или что это?
А, это на три уровня типа поднять. А монетки сами не будут собираться, это плохо. Так, ну мне нужен, короче, пока что, я так понимаю, вот это вот. Чтобы хотя бы два дамага наносить. Потому что я тут главный у нас. Во, по клики, новичок, по кликам. Я там сколько раз кликнул, да? На, еще тебе. 9, 10. Бах, 100% урон есть. У меня уже 46 урон. Что здесь? Шоп, 0, архивменс, коллекционс, голд, 2. А, что? А сколько их там надо завалить? Блин, там сейчас главарь будет. Блин, он меня захерачит. А, закрой. Блин, прикольная игрушка. А, ну, надо мне вот этого, в принципе, а что это? 25. Какую-то херню. Какая-то ультимат-атака. Ультимативная атака. Блин, плохо, что надо монетки собирать самому. Это прям... Ух ты, блёха. Успел. Успел. Так, а что тут, подожди, 3, 1, 2, 3... А, это еще четвертая, еще главарь не, пока что не идет. Блин, а что, так неплохо, неплохая игрушечка. Ладно, пошли вперед. Так, апгрейд. Ага, абилити тебе давай мне. Какую тебе абилити дать? А что они тут переговариваются, что ли? Да окей, короче, все так понятно, что-то. Бейте его! 82 дамага. Хуч! Опа, что это? А что это я взял? Подожди, что это? Или это что-то надо собирать? А, их 15 штук надо собрать. Этих каких-то горшочков, что ли. О, неплохая такая вот, ты знаешь, кликер вообще четкий. Не ожидал. Я думал, там что-то не это там. Посмотрел по скриншотам, что-то вроде не какое-то там. Я не думал, что это кликер. Так, значит, жанр у нас тут еще кликер, получается. Потому что это реально кликер. Давай... Ой, 8 дамага, хорош, он в два раза больше. Отлично. На тебе, на тебе. По 9 монеток. Воронка. А что тут у меня, подожди, голд было написано 2. Что это такое, чест? Так, посмотри на этот светящийся и сокровище... Сундук. Иди вперед и открой его, чтобы, короче, купить его и открыть. Куда идти? Где? Где сундук? Не вижу сундука. Вот он. А что, зеленое и синее? Какая? Вот это? Шлем! Ой, там кого-то пиздярят. А что, сколько я могу открывать? Так, а в смысле? Не понял. Там моих бьют? А, зачем? Короче, да, дали мне эти. Так, а подожди, а в смысл? А, ну еще до каждого героя отдельно. Блин, а паузу нельзя нажать там, я не знаю. Потому что если будут меня вот так вот бить... Что ты хочешь мне тут показать? А, вот у него этот. Что он дает? Ультимат атака, короче, быстрее перезаряжается у него. Так, хорошо, ладно, подожди. Апгрейд, тут что-то бафы. Етить твою. Это что-то корона какая-то попалась. Так, я так понимаю, там 5 шмоток выпадает сразу. Там не одну выбираешь? Я думал, там одну надо выбрать. Так, воронка. Хорошо, пускай они бьют, я второй этот открою. Что-то тут... Ой, какое-то фиолетовое, ни хрена себе. Тоже на него, на этого, на нашего главного чувака. Ага, эпическая шмотка какая-то выпала. Вот, смотри, кольцо. Увеличивает эффект Брунерса ралли абилити. Наверное, на ралли круче катается или что? Ой, я могу еще одного нанять. Ни хрена себе. О, вот это вот шмалит. Часто шмалишь? Так, а ты подожди. В смысле, ты же этот... Ну, он редко бьет, конечно, но мощно бьет. Смотри, у него 5000 дамага. Ни хрена себе. А у меня 166, что за херня? Да вот крыда. 2.25, нифига себе, какой-то чувак крутой. Так, сейчас мы вот этих завалим и идем, короче, дальше. На босса идем, на главаря. Давай, главарь, ты кто? Где? Так, я это качаю. Так, лукаут главаря. Смотри за главарем. Да, блин, да только одного бьет.
Кликер только одного бьет, блядь. Жирный, 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 бежит, бежит, бежит. Валите его нахер. Хорош, вот этот его... А, так я его могу тормозить, ничего страшного. Они сильно тормозится так-то. Убей, убей, убей. Бля, а в смысле, у него же энергии было мало. У него же энергии было мало, какого хрена? Не бей, не бей. Ой, красавчик, фу. Чё это? Сундук. Ага. Прикольно. Так, перешли дальше, ладненько. Нажимаем сюда, нажимаем на сундук и нажимаем открывать. Раз, два, три. Ну, хоть что-нибудь, топор опять этому. Золото выпало. Зачем золото? А, ну золото, ладно. Так, хорошо, мы тут тра-та-та, мы сюда... Фазы, when you came across the... Ага. Какие-то эти... Ой, кролики, да ладно. Так вы ж слабенькие. Собаки, волки, короче, кролики, что-то тут. Надо мышь. Что я тут собираю? А что я тут все собираю такое? Подожди. Мертвые кролики или что? Короче, что-то ладно. Ух, прикольно, 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 прикольно. Так, тут еще какие-то благословения есть. 17 тысяч у меня есть, мне нужно 25. А ты, если я тебя апгрейджу, ты, блин, как-то быстрее можешь бить, я там не знаю. Ты будешь быстрее бить. Дамаг у него хорошо увеличивается. А почему у него не увеличивается скорость атаки? Вот в чем прикол. Что это? Буэнос Баш Ультимат Атак. На. Так, я там что-то апгрейднулся. Молодец. Воронку мы подбили. Powerful. Очень, короче, мощное заклинание получается. Да, и вон оно вот здесь. Тут инвентарь у нас есть. О! Вот, 30 минут золота. 30 минут золота. Ух ты, ни хрена себе. Сколько золота. Обалдеть. А, подожди, там как написано. Bounty worth 30 минут of offline gold earnings. А, типа, сколько я заработал? 30%. Ой, 30%. Не понял, не понял. 30 минут что-то в офлайне, если играешь, сколько-то там золота тебе дают. Короче, давай дальше. Хорош шмалить. Будем качаться. О, можно открыть. Отлично. Кто ты? Пират. Что ты делаешь? Вот у меня только один чувак атакует. Что за херня? А, он сзади атакует, что ли? В спину? Ну-ка. Красавчик. 43 тысячи дамага. Ой, 1 000 000 стоит какая-то чуйка. Интересно, сколько тут героев? Тут миллион их будет? Или что? Так вся эта закроется. Чук-чук-чук. Смотри, чик-чик-чик-чик. Они четко распределяют свои эти... навыки, не навыки, а эти, короче... ну, как это называется? Ну, вы поняли, да? Обязанности четко распределяют и бьют, короче, по очереди. Так, что хотел? Вот тут в инвентаре что посмотреть? Что это такое? Баунти 4 офлайн... 4 часа офлайн был. Да давай, короче, используем еще. А какая разница? Ну, кликер так-так, если честно, вообще прям четненький. Не ожидал, не ожидал. Вообще ни разу не ожидал, что это будет кликер, да еще такой классный. А ну-ка, стой, блин, 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 блин. Мне нужна быстрая птичка. Прям вообще. 103... О, я, бля, успел. А как там, подожди, 100... Нифига, миллион? Да, это надолго. Так, хорошо, давай тогда дальше двигаться, если... А, вот если дальше, золото само подбирается, отлично. Ты кто такой? Помогите мне, что-то... Они забрали мою семью. Так, сейчас поможем. Все поможем, всем поможем. 8, 10 банди... Ой, ты жирный, я так что-то слабо бью. Ладненько, так, левел 1. Мне нужно как-то так качать... Ага, вот одного нашел. Чтобы на скорость атаки, можно как-то? На скорость атаки... Что такое? Смотри внимательно, эти противники что-то там... Луки! Ах ты суки. Они будут с лука стрелять, да надо их... Осторожно, блин, я так что-то слабо бью вообще. Давай хоть вот так вот, на 1000, наверное. Вот, это нормально. Где там с луки, суки? Суки с луками. Блин, тут и музычка классная, и вообще игрушка классная. Етить твою мать. И бесплатная, прикинь. Ну, кликеры, они в принципе, бесплатные так и есть, но вообще-то она очень, если, ну, годно сделана очень. Так, а ну-ка, блин, вот эти лучники, не знаю, вы будете их убивать, не будете? Так, эту можно что-то апгрейдить. Крейс дэмэдж оф всех чуваков на 100%. Отлично!
Хорошая чувиха. Так, давай вот этого качать. Деньги у нас есть. Вот это птички только никто не сбивает. Только я должен сбивать, да? Так, еще на 100%. Етить твою мать. А куда ты стреляешь? А подожди, а если дамаг... А если, например, моего героя убьют, тогда что? Так, ты 25 тысяч. Нихера ты стоишь так-то. А если моего героя захерачат, что тогда? А что такое синие? А, вон у них вот перезарядка удара синие это. Синие это как часто они могут бить. А как это прокачать? Нету честов, нету честов. Этих... Я просто хочу немножко прокачаться, чтобы потом на главаря пойти с мощными жопами. Только, блин, вот не успевай. Ладно, буду сюда клацать нормально. Смотри, по 20 монет. Куда, сучка такая ты? Так, хорошо. Надо шмотки. Шмотки у нас негде брать, кроме как сундуков. А сундуки у нас непонятно как зарабатываются пока. 25 уровень. Да хорош меня лушпарить, ты ёптя. А они не восстанавливают жизни или что? 50 уровень. Что 50 уровень дает? Так, птичка там летит, хорошо. Что это? Карта есть. Закрой вот это. Да хорош. Что за карта? Ни хрена, где я? Етить, твою мать, тут идти, миллиард лет еще. Так, хорошо, ладненько. Что ты даешь? Крейс, базовая, дамаг. Champions is the same. Column. Во. Формация ability, increase the damage. Что-то увеличить дамаг. Давай инклевичить дамаг, сука. Ой, тихо. Птичка, нам невеличка нужна. А что тут? Бонус на 200% его. 287 тысяч, я так понимаю. Он сейчас больше всего урона наносит, но... Он часто бьет, но как увеличить скорость-то? О, в смысле? А, их можно переставлять, прикольно. А зачем? Ну, у нас как главный, типа, будет... Ай, попали, суки. Ладно, вперед пошли. Хм, класс. Так, что у нас там еще? Не главарь? Не главарь. Так, какой-то таун, да, окей. Так, вот это главное, чтобы они, блин, этих лучников выбивали побыстрее. А то лучники прям... Хотя они не сильно и выносят. Так, давай вот эту качать. Сучка. Чего это он, смотри, он? Что ты делаешь? А почему этих нельзя переставлять? Я не понимаю, она хилеет или что она делает? Вот смотри. Она двоих задних хилеет, что ли? Или я не понимаю? Подожди. Давай я тогда вот этого поставлю вот сюда. Вот этого сюда, вот эту вот сюда. А что нельзя? А, там нету, блин. Или этого, да? Тогда вот так. Так нормально будет, да? Она, я так понимаю, восстанавливает жизнь. Болт. Тихо! Успел, прикинь. Увеличивает дамаг чуваков всех наших. Так, что тут монстр килл какой-то. Он там камень, видал? Блин, там он что-то вылазит. Еще камни можно какие-то разбивать. Там тоже денежка. Вот тут что-то вылазило. Вон, смотри. Ага, гоблин вылез какой-то, смотри, бошку ему отрезал. Ой, тут еще куча всяких этих приколов. Может, еще куда клацнуть можно? Есть чест? Нету. Как, где заработать-то эти контейнеры? Так, что у нас там? 105 тысяч, мало. Давай, ладно, эту вкачаю. На. Блин, прикольно, камни можно открывать, там какие-то чуваки вылазят. Птичка! Так, тут больше ничего клацать нельзя. Хорошо, пошли, короче, на главаря. Окей, хорош сиськи мусолить. Сейчас на максимум всех качаю, сколько можно. Так, что там есть? Смотри, нет, ничего нет на заднем плане бэкгра. В смысле? Тут мы его сразу запиндярили. Круто. Опа! Каждое это один сундук. Хорошо, отлично. Ну хотя бы один. По 5 штучек выпадает, да?
Так, тут что-то выпало. Это уже у нас есть дупликатированный чувак. Хорошо, окей. Так, окей, окей. Че, пошли, что такое? Миллион надо как-то. Хорошо, пошли, давайте, атакуйте. Мне деньги надо. Тут у нас обычные чувачки, их надо просто убить и все, да? Там ничего нет на бэкграунде. Ну-ка. Камни никакие не прыгают, никто не вылазит. Вроде пока никто, ладно. Что мне надо посмотреть? В этого сейчас смотри, что это такое. Это чеснокодавка. Кулдаун, ультимат атак, ультимативная атака. Но у меня еще нету, так что... вот это у него ультимат атак. Хорошо, ладно, тут ничего нет. Пока вроде не вижу. Так, хорошо, area complete. Пошли дальше, значит. Мы уже немножко вроде так хорошо прокачались, так что можно вперед идти. Мне бы как-то, блин... Во! Всех чемпионов еще на... А что они показывают? Короче, какие-то чуваки... Блин, все так... Хопа! 3 миллиона... Вот это у меня дамаг уже 4 миллиона. Медведя! Да медведя слабенькие что-то вообще. Никакущие. Ну, это я просто вкачанный. А можно как-то скорость увеличить? Новости, так... Ой, смотри, журнал, инвентарь, спокойно. Журнал, инвентарь, карта, shop, archive, events, collections, chest, events... Complete Adventure R? А ускорение нельзя никак сделать, да? Ну да, это кликер. Блин. Ладно, давай дальше. 29 тысяч, мало. Я хочу на миллион как-то насобирать на вот этого чувака. Или чувиха, кто это? Так, давай, быстрее. У нас 23 минуты, еще, может, успеем? Не успеем, наверное, да? А чё никто не бьет-то? Так, тут веточки какие-то насобирать. Так, вот можешь что-то нажать? На бабочку там? На что-нибудь еще? Веточки какие-то надо собрать, 25 штук. Ха-ха! Прикольно, еще такие задания разнообразные. Там то, там это. Тут вообще. Тут нельзя ни на что нажать, да? Хорошо, ладно. Бейте там пока что, я разберусь тут. Так, 500 монеток, у него уже почти 100 уровень. Хватит? Должно хватить. Отлично. И еще ему дамаг. 8 миллионов. Ни хрена себе. Так, а дальше еще можно будет? Да, 125 уровень ему нужен. Area complete. Нельзя ни на что нажать. Я птичку провтыкал, да? Да, я птичку провтыкал, ладно. Сейчас будет главарь. Давай, бей. Птичка, птичка. Сука. Есть, успел. 30 тысяч. Нормально. А, не, еще не главарь. Тут 14 уровень. Это у нас 14 территория, типа. Что такое? Автопрогрессов. Да ладно, не надо. Ну ладно, нажми. Пускай автопрогрессирует. 84 тысячи клик домой. А что вот эта троечка? 1, 2, 3. 1, 10. А, во. Апгрейд. Да давай по одному пока что, потому что денег просто маловато. Чтоб по 10 штук их сразу херреначить. Тут какие-то гоблины пошли. С медведями. Здесь ни на что нельзя нажать. На бабочку, там на что-нибудь еще. Камень. Нет. Прикольно, бля. 120 тысяч, маловато. Все, area complete, дальше. Сейчас будет главаречек. А, стой, инвентарь, меня что-то интересно. Ты что такое делаешь? Так. Что-то непонятно, что они делают. Ладно, вот это давай мне херани. Чтобы, может, я успею насобирать хоть так денег. А вы чё так медленно бьете, алё? Это главарьша. Или главарь, это главарьша? Да-да-да-да, это женщина? Ой, чё это? Джемы. 8 джем. А что можно в этом купить за джемы? 1,50 стоит, ты чё? 5 долларов? Нихрена себе у вас тут цены. За 50... Так, а тут, в принципе, ничего и нету, да? А, стой. А, normal chests. Короче, надо очень дохера. Ладно, down. Да, дан. Down. Не down, а дан. Что такое? Вот, 1 миллион. О, миллион! Есть, отлично. Так, это дождь, я понял, что это дождь. На! Ты что делаешь?
Что-то она волны пускает. Я так понял, она по площади бьет или что? Ой, отлично, просто волнами херачит, смотри. Прикольно. Нифига себе, 50 миллионов на птицаря какого-то. Птицарь, птицарь. У них сколько тут и навыки есть, смотри. И сила, и навыки. Тут есть баш какой-то, и можно и шмотки, и апгрейды, и все им тут можно. Просто пипец. Это же как так можно было придумать такой кликер-то? А реально он же кликер, почему там нету было в этом? Чтобы не написано, что это кликер. Ладно. 8 джемов, ты. На. На. О, сколько денег. 47 миллионов. Да ладно, я сейчас куплю еще одного. Давайте быстрее, жабы. Мне деньги нужны, тут тускло очень. Жабы, жабы, жабы. Добейте их, что вы так медленно бьете-то, эти, вашу мать. Быстрее, можно быстрее. Так, чу-чу-чу-чу-чу-чу, как эти самые, как скоростники. Они очень сильно медленно бьют. Вот проблема. Так, ну я это хоть не хочу качать, потому что как-то я хочу насобирать на 50-ку. Тут осталось мне немножко. Инвентарь у нас тут ничего. Что это дает? Бляха. Чертова это. Птичка. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, мне тут 2 миллиона. Ну, давайте, давайте, давайте. Докачивайте, докачивайте мне, докачивайте. Блин, я так понимаю, здесь героев будет много, но ты выбираешь потом, кого выставлять. Какая тут... Вот видишь, еще 4 героя можно открыть. Так, а что вот этот делает? Этот просто стреляет. Да, блин. Тут надо бухло собирать, смотри. А, это молоко. Коровы, вы почему нас атакуете-то? Алло. А видно мышку, интересно, и не будет? Не видно, не знаю. Должно быть видно. Хотя, может и нет. Блин. Мышку, наверное, скорее всего, не будет видно. А может, видно, не знаю. Посмотрим, в общем. Шмотки нужны. Нету у меня там честов, нету. Архив. А вот это, если архивменс, тут нельзя ничего забирать. А, increase damage всех чемпионов на 1%, смотри. Тут еще архивменсов 500 000 будет. Так, птичку завалили, тут коров завалили, все завалили вперед. Хорош. Есть ультимат атака, если что, на главаря. Блин, а мне медленно очень деньги зарабатывается. Так, коровки опять пошли. Коровки, коровки, коровки. Просто коровок надо убить. А, и они проклятые коровы. Сука. Не дают, не дают. Они не дают обычное молоко, они дают плохое молоко. 1000, чтобы прокачать. А тут надо 1000 тоже, чтобы продать. 4000, ни хрена себе. Птичку, блин, протыкал. Пока прочитал там. Птичка часто, кстати, летает. Короче, пускай они бьются. Ладно, 48,8. Тут нужен 50-й, да? Нет, 40-й уровень. Давай, ладно, на 40-й уровень. Это же не так, не так уж и много. Что это, что даешь? Восстанавливает чемпионов каждые 10 секунд. Что, главарь? На. Есть. Так, ну тут надо как-то бить уже, наверное, да? Бейте, ребятки, давайте, не заябывайте. Если что, ультимат атака, сейчас будет супер корова где-то идти. Вот! А, фермер дал рово! Ты фермер, блядь! Так я его, в принципе, и так, наверное, завалю. Чик-чик. Не, смотри, у него что-то энергия прям мало. На, нахер! И чё? Чё-то ультимат атака не работает, нихера! Бейте его, он идет! Он подойдет, он пизды даст! Это же фермер! А, у него еще красная хилка! Он сейчас будет нас пиздить. Все, одного уже заебашил. Да, заебашил. И что теперь? А и что теперь, если он убивает? Не понял, Что за херня? Как их восстановить-то? Или они через время восстанавливаются? Да я не успеваю, алло. Ни хрена себе, фермер так-то ебанутый. Так, пошли назад. Сюда можно вернуться? Я сдох? Так, они должны быть живы, в принципе, все. Да, ни хрена себе так-то, блин. Этот фермер, ты видел, какой фермер? Я в него сразу выбил всю энергию почти, а потом он еще живой остался. Что за херня? Надо как-то еще вот этого нанять. Сколько у него урон? Урон у него 50 миллионов дамага. Ну, в принципе, чем больше рук, тем лучше, я так понимаю, да? Чем больше атакующих, тем быстрее мы его завалим. Потому что они очень сильно медленно бьют, если честно.
А, там у них навыки какие-то, эти, я понимаю, не понимаю. Тук-тук-тук, птичка, дай мне денег. Так, инвентарь, есть что-нибудь? Что это такое? Крест на 2 минуты. А, всех чемпионов на 300% на 2 минуты. На 2%... Что-то там у меня... Блин, улетела, сучка быстрая. Стой. Так, ты что делаешь? Жизни всем увеличить на 50 или на 500? Написано на 500, на 4 минуты. Хорошо, можно было это использовать. Блин, прикольная игруха. О, гоблин, гоблин, гоблин. Там гоблин, там гоблин, там гоблин, надо ему голову. А, я ему отрубил голову, отлично. Хорош. Так, птички нельзя, на бабочки нельзя нажимать. Да иди твою мать, там 49, ну дай мне чуть-чуть монеток же. Ну, сучка, ладно. Пам, пам, парабабам. Так, это тут нужен 50, и тут надо 20-й. 50-й, да? Камень. Нет, камень нет. 49,6. Да почему деньги-то? Вот камень. Почему деньги-то не добавляются? Я сколько уже херачу. Деньги не добавляются, что за хрень? Пам-пам-парабам. Пам-пам. Я хочу просто насобирать и завалить вот этого вот фермера, и все. И знаю, там закончить. Ну ща, а почему? Ну нормально. Ничего страшного. 30 минут. Отлично, одного и того же. Блин, надо будет поиграть в нее. Прикольный кликер, мне так-то понравился. Очень, очень даже год. Очень даже ничегошный. Очень даже интересный. Просто в отличие от тех, что я раньше до этого играл. Вот, хуя. Где ты? Что ты делаешь? Тебя можно тут ставить, да? Что он, 240 миллионов у него. А что он, как он бьет? А ты, может, всех ударишь? А, ну, может, он ни одного бьет? Нет, одного бьет тоже. Ладно, давайте пойдем тогда сейчас. Смотри, 2 миллиарда? Или что это, Б? Какой чувак, смотри. Специализация выбираешь. Выбираешь, хорошо, выбираем, так выбираем. Сейчас я кому-нибудь вкачаю, например, вот эту на 50-й, так, ультимат атак, есть. Хорошо, 172 миллиона. Тут у нас качаем. Куда, блядь, куда, сучка? Блядь, гоблин! Сука, там какие-то приколы были. Ёб твою мать, ладно, я не тут нажал. Так, чемпионс из... Хорошо, увеличил атаку. 29 тысяч. Тебя можно будет? Блин, не хватает. 41 тысяча надо. Ой, хватает на разочек. Та-та-та-ра-та-та. Так, вот. Стой, не понял. А тут же вроде не тот главарь был. Или я не на главаря пошел? Я же нажимал дальше или что? Это старый главарь или что? Я не понял. Не понимаю. Это я же не понял. Я вернулся вообще назад или что? На предыдущую зону? Хорошо. Так, есть, увеличили атаку. Так, на главаре, в принципе, можно и качать деньги. Смотри, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И все. 10. Нужен 20-й, да? 30. В смысле? Почему 35-й-то? 30-й тут надо. Так, не хватает. Убивают они ее сразу, окей. В принципе, можно здесь прокачаться, да? 200, окей, вкачали. Хорошо, ладно. Я ее не бью вообще этими, как ее... Кликами вообще урон не наносится, никакущий просто. Нулевой прям. Куда? Сучка. А этот сразу, смотри, выносит. Хорош, молодчик, красавчик. Так, что здесь? 40-й, 60-й, 125-й, 5000. Давай на 60-й вот эту вкачаю. Так, Целеста на 100% будет. На 100% больше. 57 тысяч. Там миллион был, подожди. Ударьте ее. Можно от этого на второй уровень вкачать. Будет еще сильнее бить. Так. Ударь ее. Хорош. Вот, смотри. Бум, он будет сильнее бить. Тут надо 75-й, тут надо 35-й почему-то.
Так, 31, 32, мало. Ладно, короче, пошли дальше. А, в смысле? А почему мне дальше нельзя двинуться? Вот. Сейчас будет главарь этот чертовый. У меня есть две ультимат-атаки, так что... В принципе, я не знаю. Мы ж, можно вот это, в принципе, на 125-й вкачать, а почему бы и нет? Все, уже завалили, вот, блять. Опять джемы, да? Прикинь, они его завалили за один удар теперь. Я всего-навсего чуть-чуть прокачался. Все, короче, ребяточки, давайте на этом закончим. Игра у нас под названием Idle Champions of the Forgotten Realms. Блин, да, довольно-таки классный кликер. Вообще, абсолютно, надо будет в него поиграть, еще посмотреть, что там за герои, всех пооткрывать. Блин, прикольно так-то. Вообще охереть, мне понравилось. Так что все, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании будут под видео, комментируйте и всем до встречи в следующих вот таких вот посмотрелочках всяких, может тоже кликеры какие-то будут годные дальше, ну прикольно, игрушка бесплатная, в принципе можно поиграть. Все, ребятушки, всем спасибо и всем пока!